видел. Усилки перебить надо. А у тебя сколько хп? 1500 у меня стамина. 1500, а у тебя облик, по-моему, не снижает этот урон по тебе? У меня ж не облик, я ж энк. А, ты вен, точно. Я, блин, забыл, что ты не на друиде. Ну, просто на шипы особо дохуя не надо, у меня на 15% весь входящий урон меньше. Не, у меня в коте тоже там уменьшен, вроде на 20 или на 30%. Поэтому я в тот раз не вкидывал, вообще похуй, нормально прошло. Давайте еще раз чек на готовность, саппорты получаем еще раз везде, кому надо. Может, у тебя забагалось, чувак? Смотри, только не юзай в перемешку с другими фласками, чтобы просто так не сжигать их, они дорогие. Спасибо, конечно, за два сап. Ну, я не знаю, ты рядом стоял, кто мне обмен давал? Не, у меня, я просто рядом стоял. Чулан давал тебе треть, я сейчас отдам чулан. Я не ожидал. Понятно, ладно. Я понял. Так, мы Пирогога, первом... дай мне лучший крит. Мы на первого медведя идем или на кого? Нет. На птицелова. А на кого там у нас нужны сопроты? Это на птицу? На птицу, сейчас на первую. И все, да? Ну, я имею в виду. Ну, потом фунтов. Дальше на дракона, на предпоследнего, Джанала или кто он. И не, на я имею в виду из трех сундуков, которые. Только на первого, да? Моса тут, давайте, все тут, поехали, завожу. А танком стаминку дайте. Бафните, сразу стамину бафните, да. И лапу. Царь, давай баф, чуть станет. А, точно, я же один крест, ёбаный рот. Войд, мой правый, твой левый. Так, что там по системе доезда до места? Мне надо туда доезжать, да? Чтобы потом встать. Главное, чтобы Виби доехал. Виби, чтоб или шаманы потом встать могут. Да. Тут уже как бы как повезет. Главное, чтоб лок вначале не упал. Смотрите, первого босса мы можем скипать, на остальных нет. А мы, по-моему, второго тоже в тот раз скипали. Но если начинать с медведя, можно медведя скипать. Войд, да тут не обязательно стучать, тут не работает эта фигня. Да, и так, для мувика. А вообще тут, насколько я помню, надо в пятером в колокол бить одновременно. Не знаю, мы когда сюда первый раз пришли, всеми хуяли. Мак, почему ты усилки не перебил? Пирогога, я написал 1800 стамина анбаф. Перебивайте усилки. Сколько это хп должно быть под баф? Ну, где-то 27-28 без бафов. Ну, это не обязательно. Это тем классом, у которых есть урез на дамаг, ты можно... Давай быстро. Шкафчик поставь. Магу, наверное, надо вкинуть. Или не надо, давай потом засумоним его, пробежим сейчас без него. Твой правый, мой левый, да?
сними все бафы с себя, пирогога. Да, да. Снимаешь все себя бафы, перебиваешь усилки. Если у тебя нету 1800, вставляешь синие камни по 30 стамины. Или по 45. Виби, а ты почему не перебил? Да уж. Да все ок, мы в прошлый раз ходили с ним, не перебивая. Виби, а лучше в демон успех. Поверь, у тебя будет шоток, если в тебя попадет тот же дротик или это как вот Джанула, или кто там дышит огнем. Не шотай. У меня лично в ШП не шотал, но у меня урез на 15%. Тиви, брат, давай в демона. Тут хилы слабые, мы с ПД нужны. Для мага нет. А, вот у Виби еще связка будет, да. У него там вообще на 20% урез. Садимся, побежали. Я могу, в принципе, вперед начать бежать и тут. Сейчас даю прожимку, дал прожимку, побежали все. Виби на себя СС же правильно повесил. Но я помню, я на тебе видел СС. Пробегайте. Ставь рейсы всех, ставь в шкафчик сумонти. Кто далеко, заходим в инст. Сумонти хила шамана, микстурку и пирогогу. И ашки. И царя. А ясь будет? Микстурку сумон, пирогоку тоже. Не тот. Рыбку поставьте. У кого там есть? Поставьте банк, если нету рыбы. Давайте по-быстрому. Вон рыба стоит, скушаем. Сапроты пропиваем. Пропиваем сапроты. Сейчас баф. И половина баф. Геру сразу давать? Сейчас, подожди, давайте готовность. Тут я вроде... Это, погоди, погоди, погоди. Виби, вызови, пожалуйста, беса, а то у нас вара нет, у нас на хп кричать некому. Давай, побежали все тут. Агри будет. Я скажу, когда Геру. Геру, давай.
дебафом отходите, не забывайте. Сбегаемся, все в центр, блин, прослакал. Быстрее, 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 ближе. На ком череп? Все в череп. Все в череп. Справа от босса. Разбегаемся. С дебафом так же само отходите. Воет, дай первый бомжей. Отбегайте на те места, где вы стояли, Пирогова. Ты тут не стоял. Все боссы сбежали. Разбегаемся. С дебафом не стоим, не забываем. Жесть, какой долгий бой. А у нас нет ни ретрика, ни этого, да? Маны вообще никто не регенит. Нет, как друид, да. Спасибо, хоть демон есть. Все в центр босса сбегаемся. Винар, дай сейчас бомжи. Да. Все в босса сбегаемся, прослакал. Отбегаем. Сбегайте. Лут поставь, будет сразу. И сундуки будут.
Блядь, размутайте мне бота внизу кто-то. Сейчас после босса. Сбегайтесь к боссу, давайте добиваем. Он у мужика. Прожимку дай. Не надо. У меня прожимки Т4 нету, если что. А, я забыл. Угу, окей. Это Void. Void. Бля, что надо? Крючки. Меня слышно вообще? Блин. Алло. К сожалению. Так, блин, алло, алло, слышите меня? Блядь, напишите ему, что он нуб. Слышно тебя. Заебись. Это, тут обычный шмот 264-й забежал. Побежали, умираем. Нет. Заебись. Заходим. Все в данс на ходу. Алло, алло. Вебинар, вставай вообще-то. Размутал, пиздец. Тех надо тянуть? Да, да. Тотем сливайте. Тотем почему не бьете? Вы тут? ДПС очко, а УЕ нету. Че, я буду доканку смотреть. Мак, ты тут? Открывай книгу заклинаний, вытаскивай на панель столб огня, огненный столб. Не вижу у тебя урона от огненного столба, синка, каким-то воспоминанием огненной глыбы. Ну так не восприимчивость, потому что люди не бьют тотем, который кидает щит, не восприимчивость на мобов. Старайтесь больше DPS, а не трэша. Ну тут надо сейчас пробегать, я думаю, не стоит следующий трэш трогать вообще. А мы сможем? Садитесь на маунтов, ну будем пытаться. Сейчас если близко подойдем, они могут сагриться, кстати. Не сагриться, Виби, СС на все, все вроде сели, побежали. Вперед, стражники, начнем резню. Стражники, не мешкайте. Кого вы боитесь больше? Виби умер. Стражники, отправляйтесь туда и принесите мне их. И что? Ну, заново бежим, встаем все. Падайте, вставайте быстрее. Это минус СС, я так понимаю. М-
Ну, лог-то далеко. Вибе добежал, отлично. Че, прожал СС и прибежал, да? Ну так правильно, на него комбат-то не был. Тогда сумоньте. На вас. Да и снизу за сумоньте. Тыкаем быстрее. Рыбку сразу поставьте. Тыкаем на сумон и сумоним людей. Так, чё, мы с Алисой или с тобой танчим? Ну присумоньте, алло, камон. Сумоним. Ты чё, ё-моё? Ну лучше, конечно, микстурки ванхолика. Нас он что, у демона ДПС больше, что у меня? Шевинар, спекни тогда в танка. У меня ванхолика АОЕ поболее будет. Тут не надо саппорт. Тут нет. А на следующем, где рысь, там надо? Там тоже нет. На танковый пипер, да? 70к, хорош. Чек на готовность, если все тут поехали. Винар спекнулась, отлично. Воет, ты будешь обычную фазу танчить, она медведя. Перед лицом боссов, мобов не стойте, они кливают. Где-то. По второму целителю играем. Там, по-моему, станы еще надо бить, станы сдать. 600 это вроде есть. 350, но лучше на 400 дать стан, когда 400 кто будет его у медведя. Какого медведя? Сейчас я меточку поставлю. Я попытаюсь то. Прошел? Да. Следующий я уж не собью сбивать. Стан дайте, таурены. Не дали. Давайте трэш добиваем, сагрите трэш. Моба. Стоит. Давайте, босса, начинаю. Воет. Сейчас я ходи, я без ман. Сейчас, слушай. Наверху так же само в углу. У него будет. Спиной вон к тому факелу, да? Стоять. Ну вот так вот станешь, вот так вот. И будешь танчить наверху только, как я сейчас стал. Получается, ты спиной к факелу достаешь. 11 минут, давайте. Да, успеем, что ты переживаешь. По 3 точно успеем. Шаман. Шаман. Все, я готов. Все, да, начинай. Герус пула? Я расскажу.
Геро. Алиса, прожимки сама будешь давать. Ебать, песни, скиллы поменял сразу, ДПС падает. Кровь вампира, да? Отлично. Захила Венар, ее будет сильно шить. Ты там хотел сказать, а?
тестами, тут будет. Как же охуенно сам хулик там дома. Как сундук заберет, я скажу, умираем. Ты кто вообще? Ну, я что-то не знал, что с ним побазарить надо. Надо говорить. Умираем. Давайте, агрим, трэш, умираем. Выключайте ауры льда свои, чтобы быстрее вас убило. Все, все заходим. Давайте на маунтов садимся, побежали. Царь, ты знаешь, что тебе на этом предпоследнем боссе в хилас? Да, я знаю, конечно. Я за ДПС там переживаю на том боссе, если он в хилас пятница. Да если что, мы сейчас будем... Нет, ДПС мы будем, если что, менять. Нам нужны те, кто ауешат, я не знаю. Потому что это очень печально. Ни контроля нету. Нифига. Не, ну птичек я буду ауешить, бля, просто больше всех. Плюс еще у нас этот, давай есть, агрить. Как его, чулан. Так, что тут как? Налево, налево, видишь где? Просто 4 плюс таргета, это, о, это до 4 таргетов, вары, палы, топа у нас. Сводите трэш все в одну точку. Да. С птичком чуть-чуть, мне кажется, проблем нет, там вообще проблем, там в три хила так же само пойдем. Все, чулана агро снимите крест. Лопасос, ну ты громче кричал, не слышишь. Если честно, ты у меня на 50% звука на 5.1 колонках, где я тебя еле слышу, а остальные у меня охренеть как орут. Меня в 100% попадает. Стекла вылетели, если какая-нибудь Эвинар внезапно заряд. А, Талик! Нет, чисто меня добавь. Ты на максимум, больше некуда, это максимум стоит. Он там что-то еще слева там, что говорит? Ну, как есть. Я не знаю, у меня нормально слышу. Ну кто-то говорит прямо в микрофон, так вот, а кто-то там за 3 метра. Хорош. Ворвался, блядь. На Руси нормальный врыв. Давай, побежали там. Почему Вик интересно будет смотреть? Я лично Диму тоже вообще никогда не слышу. Сейчас мы здесь стоит идем, я его слышал только пару раз. Да меня не надо слушать, правильно все делать и слушать меня не надо. Я тут второй раз, и мне лучше напомнить. Задача номер один – не умирать. Задача номер два – смотреть задачу номер один. Да. Моба, моба, заберите с чела. У меня тут, конечно, жопа вообще дикая. У меня билд по 25... Пикол, и у меня по мане тут батарейки вообще нет. ХП вообще еле-еле регенит ману. С царя снимите кого-то. У меня кто-то бьет. Твиби вроде.
Надо пирогогу в фастас пекнуть. Пусть им ПТ дает. Давайте садимся на маунтах, побежали. Будет сразу там мобов агри, а не в инвизе. БР дай шаманчику. Не надо. Он уже встал сам. Сейчас чучела нареснить и дальше трэшак бить. Да, мани, конечно, пиздец просто. Шпешником в трэшке поуешь, пока промультдотаешь всех, пиздец, маны сел. Рес эти друля. Может, киньте всех кастеров в одну пати? Или я бы еще не отказался, чтобы прист бафнул стамину нам. Прист, стамин. Негодяй. Не ругайся на меня. Давай, 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 танкуйте. Трясение, а вот. Ну что, ребят, стамину бафнул, теперь... Бейте без меня, у меня маны нет. Нормально. Забирайте следующего укрытича. Один хуй без маны. Сядьте потом кто-нибудь. Не надо бы... Ну ладно. Мне все равно ману рисать сейчас нечем. Максимум, что я могу дать, это... Враги стояли же, но чё не взял? Ну, блядь, вот так. Мага, возьми пирогов. Пирогов, у тебя пирог есть, да всё, я в комнате, хуй там. Но надо жрать, пока ты трэш убили, жрёшь сразу. Косарь 200 прессишь точно. Да успеем, он 5 минут бьется от силы. Давайте еще там в инвизе парочку стоит, убиваем их и потом на коней. Все, этих последних добиваем. Только не умирайте. Вот у тебя зелье свободы действия есть? Ага,
Поставьте кто-то ГБ. У меня есть две штуки. Дай один войду. Одну бутылочку. Да, пока кончим обмен. Хватает. Ну, став два или в одного будет там? В два будем. Давайте выпивайте зелье свободы действия. Все на маунтов садимся. Че, бежать? Пропиль маунтов садимся, да. Первый побежал. Остальные тоже. Лок, я надеюсь на чё тебе сосед. Бегите, блядь. Пробегаем, пробегаем. Главное лок. Виби, вставай. В огород. Чулан Бэр, можешь кому-то дать? Нет. А Виби встал? Шаманы, кто-то я из шаманов встать может? А он вставал на трэш. На стресс. На стресс давай, стой. Все, хватит. Чулан, вставай. Чулан, давайте, поднимайте. А, вон он сейчас. Я далеко убежал. Вон я там в жопе мира в углу. Достанете его? Надо быстрее, 7 минут уже. Рыбу ставьте там, 7 минут, блин, надо просто потеть будет сейчас. Баф, рыбу, кушайте. Народ, а панды только за Альянс, за Орду нельзя? Пандареном начать играть. На 10 уровне выбираешь за кого? Давайте, у нас босс. Ну, может быть, чтобы ты происходил, можно пойти в одного танка. Я вообще не понимаю, зачем их тут. Ливает он хорошо. У Войда нету другого аспекта, танк с бабой. Войд в соло не сможет. Войд в соло не справится, да. Давайте агрите. Доедайте пока мана. Войд, становись с Алисой в одну цель. Чтобы... Драгох, МК, дай по... Чё, рысь, Драгох. Драгох, МК. Да. Себе чуть такое. Рысь забирай. Все в рысь играем. Тотемы не забываем сливать.
Рысь. Пирогогу БР. Сразу бафы киньте на него. Сейчас, когда превратится, рысь появится, тогда Геру. Геру. По-моему, неправильно. Войд, пойдешь сразу сундук лутать. А, не всю жизнь. Иди сразу сундучок бери, пошли. Там говорить надо с ним? Да, со всеми говорить надо. Сейчас сдохнем, и там этот самый дракончик, да? Да, тут можно так пробежать. Можно не... Шмот разрулим. Да, так же самое через... Есть пару трэшей еще. Ладно, умирайте, потихоньку кто-нибудь пошел. Просто я привык, мы с Тёмой тут весь этот трэш как-то забирали, чистили. Сейчас, а сколько у тебя ДСС в Виби? Там трэш бежит, мы убьем. 5 минут. Давайте 5 минут до перекура ждем. Давайте убьем. Войд, ты тогда эти шмотки раздай. Там я буду, скорее всего, замена. После перекура раздадим. И решаешь сам, короче, что за ГП будет, что нет. Это ну, я... за ГП точно. Ну там тринки какие-то зов, там что это по ГП и все. Там голова какая-то.
подойду, потом возьму. А ты, ДДшника, кого себе собираешь? ДК. Не, ну, три ветки как бы. Войд. Он что пошел, сказал. Это микстурка, кто? Алло, алло, алло. Да, да. Это в гильдию возьмешь шамана из там Елем Рестер 250. Пусть он мне пишет или скажет. Пас вообще. Вот такой вот. Короче, шаман, наверное, один был на него. Он сейчас увидит. Паша спрашивает, успевать на него.
сон пустит. Прошли в Луджина? Нет, мы только 3 сундука получили. А чё кикнули из рейда? Ну, чтоб не мешал. Ты же сидишь в Гильдии или сколько? В обмен кидаешь? Шоу Вейда со звуком. А чё? Ну, сейчас всё нормально. Потому что микрофон поближе подойдёт. Ты молодец. Знаете, как обидно человеку, у которого нет входа под микрофон, и, блядь, ты только без микро сидишь. Может, когда-нибудь 4-й спек соберу себе. Блин, у меня есть кса одна ручка, я могу спокойно сейчас пойти перебиться под просто так, я им играть. Ебать, Пирогова, небось, счастлив просто. А это посох за ХП, нет? Он же вроде не сундука. Этот сундук, а... И я за него ХП лутал с Виби. Ашки, забери тапки. Может быть, протопало сделаешь. Так, нет, пускай ему тогда тоже 10% дадут, а то как-то несправедливо. Ну, РЛ сейчас не я. Я, кстати, точно не помню, но Энхи, по-моему, в 4-4 ходит или в 24-10, потому что это 4 там точно было. Когда мне рассказывал. Еще кольцо по ПГП или нам? Отдавай Виби, ему он приоритетнее будет там. Давай обмен Виби. Ну-ка, какие у тебя, да, я посмотрю. Ну, вообще за реку хуйня. Чувак, надо? Вибесы. Пош раз забирал это. Последняя шмотка, чувам надо. Что, что я с ними? Солить их буду, что ли? Что? Куда мне это плечо? Всего разрулил, давайте. Это вой.